У нас с вами прям одинаково получается. Здравствуйте, я что-то пропустила, о чем речь? Ой, мы тут про все разговариваем, вообще абсолютно про все. Сахар и соль на марафоне. Ну, соль мы не исключаем, сахар исключаем, да. У меня есть девочки, которые сахар больше не едят. Вот Юра у меня больше не ест сахар. Он полностью исключил сахар. Вот как он вступил в марафон в июльске, он перестал есть сахар. И до сих пор он пьет кофе без сахара, теперь чай без сахара пьет. Прямые эфиры ежедневно, утром и вечером, да. Я тоже с вами в августе. Вы были бы хороший ведущий на Доме 2. Вы знаете, я думала над этим, даже думала записать видео, а потом поняла, что я не хочу. Знаете, не хочу ничего менять в своей жизни. У меня и так достаточно много занятий, чем я занимаюсь. И если я еще посвящу себя тому, что буду уезжать постоянно из дома, наверное, я не готова сейчас к этому. Потому что вот Юра ушел на пенсию. Мы проводим много времени вместе. И сейчас вот просто кинуться, окунуться с головой в работу, я не готова. Правда. Лучше, вот самое ценное сейчас, наверное, даже не деньги, а то, что мы вместе проводим много времени. Сколько у нас той жизни, мы же не знаем. Поэтому хорошо, что мы сейчас рядом, вместе, и можем общаться, разговаривать и так далее. Вот моей мамочки нет больше, и мне не хватает этого времени, которое мы проводили вместе. Когда мы разговаривали по телефону, когда я могла там посвятить ей время. Сейчас я не хочу терять это время на работу. Я хочу свое время тратить на свою семью. Вот я сейчас с вами разговариваю, а муж у меня рядом. Вот, он перебирает бруснику, которую он собрал в лесу. Поэтому мне вот хорошо, когда он рядом. Где вы живете, что у вас в саду все так цветет? В Московской области. Как вы поняли, что не прижился имплант? А, вы знаете, при касании, когда вот к нему прикасалась, было больно. Это не я поняла, это врач понял. Я пришла к врачу на прием, врач сказал, вы переезжаете на Кипр. Ну, куда ж я перееду? У меня дом в России. Как я перееду? У вас дожди-то бывают, в Твери заливают. У нас, да, у нас и сегодня был дождь, и вчера был дождь, причем достаточно сильный. Супер, хочется поскорее на марафон. Почему вас на Дом 2 не любили сильно? Ну, это же не ко мне вопрос. Я не знаю. Я тоже задавалась вопросом, почему? Спасибо вам, я реально похудела за первый марафон. После второго буду вообще модель. Марафон 24-го. Сколько раз в день проводите эфир на марафоне? 2 раза, утром и вечером. В марафоне рекомендации по питанию будут, меню определенное? Конечно. В Турции жара. Да, а у нас похолодало, Нагина. У нас сегодня сколько градусов? 19, да, было? Даже ну, ветерок смотрел. Такой был прохладный. За один раз, а сколько импланта с подсадкой ставили, мне предстоит? Боюсь, не бойтесь. Врач все сделает. Все сделает такое. Не бойтесь. Главное, не бояться. Все обезболят, все будет хорошо. Не переживайте. Прямые эфиры по московскому времени, естественно. Я же в Москве. Я с апреля не ем сахар, не пью кофе и булочные изделия. Молодец. Эфир в 10 утра приблизительно о чем-то, как будто вас на работе слушать. Ну, утренний эфир у нас такой, зарядка на весь день. То есть мы делаем небольшую зарядочку, мы делаем дыхательную гимнастику, несколько прям буквально упражнений, буквально минут на 10, на осаночку упражнения. Потом у нас утренний разбор,
идет по меню, и потом танец мотивационный. Правильно говорите про жизнь и время вместе. Фильтр огонь. Привет. Большой привет, Юрий Васильевич, от ноги на те. Спасибо. У вас такой заботливый муж. Спасибо. Танечка, с днем рождения. Уберите этот вопрос с экрана. Какой вопрос? Я не вижу. Приезжайте. Когда розыгрыш? А розыгрыш чего мы должны сделать? Какой розыгрыш? Не, Нагина тут отвечает всем. Молодец, Нагиночка. Спасибо тебе за помощь большую. Утром просыпает где-то в 6-6.30 обычно. Почему Рита переехала в другой город жить? Это их мечта была. Они осуществили свою мечту. Им очень нравится там. Они прям вот наслаждаются жизнью. А я не знаю, как теперь его открепить, девчат. А, вот все. Вот так может. Как его открепить, скажите? Кто мне поможет, девчонки? Так, кстати, вот наши девочки. Красота? А вот Юра в лес ходил. Смотрите, сколько брусники. Наша Софочка, красотка наша. Красота. Красота спасет мир. Я восхищаюсь вами, вы пример. Спасибо большое. Видите, какие у нас девчата?